Знакомая ситуация. Выпускник школы до последнего момента не знает, где он будет учиться и какую специальность получать. Причина – слабая профориентационная работа. Упор на физику, математику, литературу без оглядки на способности ребенка. Поэтому часто учимся ради диплома, а закончив, работаем не по специальности. Не нацеленность ребенка, а нацеленность учителя создать такую среду, когда ребенок уже в дошкольном возрасте уже начинает нащупывать, где у него более наклонности можно сопровождать дальше, с ними отрабатывать и создавать такие условия для того, чтобы развить их. Еще одна из проблем – предметные знания у выпускника есть, а, например, планировать собственное время, работать с литературой, анализировать пройденный материал и, главное, самостоятельно принимать решения он не умеет. Профессиональное образование берет ребенка после там, школы, после 9 класса, после 11 класса и как бы с чистого листа начинает работать с этим ребенком. Оценка сквозных результатов образования от дошкольного до вузовского станет одной из тем Байкальского образовательного форума. Участники обсудят, что нужно сделать, чтобы выявить способности ребенка как можно раньше, какие программы требуется разработать, чтобы к выпускному классу ученик был профессионально ориентирован. Тогда в техникумах и вузах можно будет более эффективно использовать время, а главное – средства на получение качественного профессионального образования. Татьяна Негодская, Игорь Николайчук, Вести, Бурятия.